Я пока еще ничего не планировал, но желание уже появилось. Откровенно. И вот сама атмосфера в университете, руководство, люди, которые здесь есть, и даже вы сами, в конце концов, вы располагаете к тому, чтобы выстроить какие-то взаимоотношения с университетом, да даже с точки зрения, чтобы вы приезжали к нам, стажировались, чтобы мы смотрели на вас, естественно, и чтобы... Ну, здесь работает Курпунг. В конце концов, у него сама теперь святая обязанность взаимодействовать с университетом, даже по линии экспертов по тем или иным направлениям. То есть получать комментарии, не надо никуда ездить. Приехал на любую кафедру, взял профессора, доцента и получил хорошее дело. Мне кажется, это вполне реально. По крайней мере, мы над этим подумаем.